Привет всем подписчикам IntelBet, привет всем любителям заработать денежки своему футбольным умом. Постараюсь вам в этом помочь. Мне кажется, очень интересный матч Кубка Англии, четвертьфинал Кубка Англии между Свонси и Тоттенхэмом. Свонси продолжает бороться за выживание в чемпионате, 4 очка отрыва от зоны вылета. Ну а Тоттенхэм после вылета, особенно из Лиги Чемпионов, конечно, сосредоточится на завоевании трофеев. Какой трофей Тоттенхэм может выиграть? Вот. Кубок Англии. Я думаю, что команда будет действовать с позиции силы. Я думаю, что команда будет действовать очень спокойно. Но в то же время, конечно же, очень основательно и от себя. Играя, безусловно, тут вообще никаких вопросов первым номером. Поэтому давайте смотреть владение мячом. Здесь хорошие абсолютно есть варианты. И мне кажется, что оптимальный, по крайней мере, из того, что я нашел, побегав по линиям, это вариант с владением Тоттенхэма, то есть тотал по владению больше, с форой минус 19. Что это значит? Это значит, что Тоттенхэму нужно набрать 60% владения мячом, таким образом разница будет 20%, то есть мы пробьем фору минус 19. Я нашел эту ставку с коэффициентом 1, по-моему, 87. Очень хороший вариант. Берем. И еще одна ставка сразу же вдогонку. Вы знаете, что не будет играть Кейн. И в принципе, я думаю, что здесь игра будет в той или иной степени прагматичной. Я думаю, что здесь будет явное преимущество Тоттенхэма и в меру прагматичный атакующий футбол. Поэтому я думаю, что еще одна ставка, опять же, по статистике, которую я нашел. Ставка с тоталом меньше ударов в створ. Тотал меньше 9,5. И опять же, там коэффициент, по-моему, в районе 1,9. Вот эта ставка, мне кажется, также очень удачной. Поэтому предлагаю вам эти два варианта. Тотал по владению Тоттенхэма больше с форой минус 19. И тотал по ударам в створ меньше 9,5. Мне кажется, очень интересно. Решайтесь.